Веревка оказалась холостой. Опарыш весь на месте. Или мелочь балуется, или накололся, ушел отличник. Бросил, потому что если рыба идет хорошая, по размерам где-то от полкило и выше, поклевки редкие, резвые, и весьма исправляет подержащие. Тем не менее, пустые все равно не уезжаем. Немножко рыбки нам поймали. Руслан ставил печенку сама. Так, нифига ничего не получилось. Само еще живца не было. Сейчас как-то.